это двор Саши, где он родился. Вот его домик, в котором он вырос. Такой вот. Же рядышком дом типовой. Вот видите, кто-то себе сделал такую пристроечку, такой метраж. Оп, и незаметненько сделал. И личный вход. Вот Роберт хочет к ним зайти. Вон тоже первый этаж себе достроили. Так часто в Молдове такое можно встретить. Очень красиво одеваются многие. Еще мимо института входят вот такие студенточки. Но это и плюс, и минус. С одной стороны, плюс то, что приятно смотреть, а минус то, что тебе тоже типа надо напрягаться как-то. Ну, тоже хочется вроде что-то приодеться. Ну и как бы чувствуешь, что есть в ресторанах дресс-коды. Это минус, это напрягает. Такая же Петрушка с девушками, все так, ну не все, очень много накрашенных, прям профессионально, как будто с утра по часу красились, очень красиво, как будто на фотосессию. Ну, тоже как-то, ну, думаешь, блин, а я-то чё? И очень много женщин на высоченных каблуках. Как они ходят на этих каблуках, я не знаю. Молодежь, конечно, многие в кроссовках. Я тут вот так вот сижу, жду суши, пока приготовят. Психанула, сказала, с угрём попробовать. Это разное, классическое, это просто сыр. Кстати, почему-то они дороже, чем вот эти. Они, знаешь, типа огурец дешевле, чем сыр. Недостроенных зданий. И вот это непонятно. Мы вот около него живем. Достроено оно или вот только первые этажи. Вот это. Где ты его ждешь? Боже мой, вот в этой заброшке? Или ты ждешь, что тут тебе купят какую-нибудь квартиру? Я Саша говорю, смотри, какой ужасный дом. А он говорит, это не дом ужасный, говорит, это вообще-то мельница. Памятник, говорит, архитектуры. Вы представляете? В таком ужасном виде. Памятники архитектуры. А табличка даже, говорит, есть. Вот. 19 века, ну, середина. И вот напротив нормальные себе люди сделали. И вот Dream Home. А мы вчера проезжали этот Dream Home. Я еще ругалась, что дом сделали, а дорога у этого Dream Home. Мы на такси как раз ехали, и я вся подпрыгивала. То есть у них внутри нормально, там, видимо, все более-менее. И все, и тут пошла дорога вообще плясать. Ямы, канавы. Что-то мусор не вывозят у них. Но хочу отметить, смотрите, мусора на самом деле, вот он там хорошо около мусорника, а так вообще на дорогах мусора почти нету. Хотя мы вообще сейчас в таком, ну, блин, не в центре. А еще я заметила,
что нету каках на дорогах. При этом собаки, ну, за собаками, то есть здесь нету такой культуры убирать. Но при этом говна на тротуарах нету. Мы еще пока ни разу не вляпались. Тьфу-тьфу-тьфу. Наверное, потому что больше зеленых зон, и там собачки гуляют. Что в Израиле, наверное, нету таких, знаешь, парков зеленых насаждений. Вот такая вот культура, архитектура. Эти высотки соседствуют с одноэтажными такими деревенскими застройками. Это все еще центр Кишинева. Собственно, идем за Робертом к бабушке его и дедушке. В отчий дом Александра. Он родился у нас тоже в центре Кишинева и вырос там. Ты пройдешь, пройдешь. Это же театр оперы и балета? Да. Мы держим путь в Эндис. Это пиццерия. Вот очередная заброшка, не знаю. А нет, что-то там даже строят. Смотри, там строители работают. Обалдеть, первый раз вижу, что что-то достраивают. Очень много недостроенных зданий. А это что, парламент? Дом президента или дворец президента, не видно вам за деревьями. Какие тут фонтаны. Зимой здесь было 2 года назад, по-моему, мы на Новый год приезжали. Здесь было так красиво. Вау! Очень красиво. Ворота прям, да? Так, уникальные кадры. В Кишиневе делают дорогу. Представляете? Что-то, мне кажется, что тут просто трубы перекладывают. Около рынка. Саша не верит, не верит своим глазам, говорит, все дело в трубах. Ну, вообще кусочек, мне кажется, да. Не всю дорогу. Да, малыш. Ремонт дороги. Первый ремонт дороги в Кишиневе. На ваших экранах, господа. Уникальные кадры из Молдовы. Яма вот, ну вряд ли это ремонт дороги. Такое ощущение, что все-таки там действительно что-то прорвало. Наверное, меня. Посмотрим. А? Ну такое ощущение, что да. А почему, зачем они тогда так глубоко копают, если это просто ремонт дороги? Что они там вырыли? Уже оранжевая. Не, скорее всего что-то. Зачем они так глубоко копают? Так глубоко спрятаны трубы. Да, труба прорвало, поэтому всю дорогу будут ремонтировать. Раскрыть секрет. А мы думали, хотели сделать хорошую дорогу. Но нет.